когда ЖСК может привлекать денежные средства. В соответствии со статьей 168 Гражданского кодекса РФ, сделка, нарушающая требования закона или правового акта, является оспоримой и может быть признана судом недействительной. Согласно части 2 статьи 1 закона об участии в долевом строительстве номер 214 ФЗ, привлечение денежных средств граждан на строительство допускается только: первое, на основании договора о долевом участии в строительстве; второе, путем выпуска облигаций особого вида, жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение жилых помещений в соответствии с законодательством о ценных бумагах; третье, жилищно-строительными кооперативами и жилищно-накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов. Практически все кооперативы созданы в форме ЖСК. Следовательно, их деятельность регулируется жилищным кодексом РФ. В соответствии со статьей 110, частью 3 жилищного кодекса РФ, ЖСК выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему участке строительство многоквартирного дома в соответствии с выданным ему разрешением на строительство. Таким образом, именно наличие разрешения на строительство должно давать возможность ЖСК привлекать пайщиков и получать от них денежные средства. В части 2.1 статьи 1 закона об участии в долевом строительстве номер 214 ФЗ говорится о том, что привлечение денежных средств граждан на строительство с нарушением закона является одним из оснований для признания договора недействительным в судебном порядке и возврата гражданину денежных средств с процентами. Согласно статье 51 Градостроительного кодекса РФ, разрешение на строительство подтверждает соответствие проектной документации предъявляемым требованиям и дает застройщику право осуществлять строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. Таким образом, для привлечения денежных средств граждан ЖСК должен обладать статусом застройщика, иметь на определенном праве земельный участок, на котором ведется строительство, а также иметь разрешение на строительство. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.